Мы сегодня к нам фаем. Сегодня мы делаем такой длинный ленточек. Ленточки? Тапочек. Тапочек? Чего тапочек? Вот такой вот. Прикольный тапочек. Большой. Ага. Понятно? Интересно. Что ты задумал? Я не знаю. Сейчас посмотрим. Ленточку красивую, блестящую клеишь на тапочек. Да? Да. Ну, говори. Ленточку красивую делаю на тапочек. Клею, приклеиваю. Я делаю такой вот знак, где есть. Чего? Ну-ка, дай посмотрю. Вот, это ты сам сделал? Да. Ой, смешной какой тапочек. А как он блестит. Какой красивый. Тебе нравятся, что ли, такие тапочки? Нравится. Да ты чё? Интересно, какие тапочки. Это твои тапочки, да? Ага. Пойдет. Много не берем, да? Пойдет? Угу. Так, что нам надо там? Ножницы. Скажи, я беру ножницы. Беру ножницы и отрезаю кусочек. Кусочек. Ленточки. Ленточки. Дальше объясняй свои действия. Ты должен уметь говорить, Балам, давай. Дальше мы вот этот кончик. Мы берем кончик ленточки. Так? Так. Ага, дальше. Клеим на другой тапочек. Так, как ты его будешь клеить? Может, вот тебе так помочь держать надо, нет? Да, не минута. Конечно, ты мне сам все умеешь делать. Да? Какая красивая блестящая ленточка, скотч. А ты их одинаково делаешь или нет? Или разные? Ладные. Разные? И что, у тебя будет как у клоуна разные тапочки, что ли? Да. Вот такие вот клеит он. Красивые, блестящие. Я недавно купила скотч и решила сделать органайзер. И вот ему этот скотч понравился, теперь он решил даже тапочки. Я тут раздел кормушку, если вы видели на видео. И вот такой органайзер мы с ним сделали. Будем туда класть карандашики. Да, Самирчик? Да. Твои там вот ножнички, например, будем сюда класть. Вот так вот. И этот будет лежать. Или тетрадки, книжечки, занятия какие-нибудь. Что, приклеилась? Готов, что ли? Да. Чё? Теперь дом на ту вот такой клей. Где он такой маленький? Угу. Другого цвета берем. Такого. М? Давай, говори, что делаешь? Что делаю? Да, говори. Я вот такой лопаю. Раскрываем, открываем. Открываем. Чего смеешься? Кончился? Да. Все. Ладно, дальше. Ты меня плачешь? Конечно, тебя прощу. Я же купила это специально, чтобы что-нибудь творить, изобретать. А ты ведь, видишь, решил тапочки сделать. Какие интересные тапочки. А ты где-то видел, что ли, такие тапочки красивые? Да. Где? Балкуль, Лафани. А, в магазинах. Ага, Балкуль, да. Ашани, так. И ты хотел такие же тапочки себе, да? Да. Угу. Мы не смогли купить, и ты решил их сделать сам. Да. Надо же. Как там турнитикула будут? Ну вот. Турнитики-то. Ну такие пойдут. Чё ещё? Такие пойдут. Конечно, пойдут.
Все, что ли? И теперь самый тугой Лиля. Последний штрих? Да. Ну, давай. Последний штрих. Это чтобы не ходить зимой. Да? Зимой не ходить? Да. Осторожно, ножницы. Сначала убери ножницы, открой, потом будешь резать. Самечек, ты уже большой, ты уже должен уметь обращаться с ленточками, ножницами. Оп. Ну, чего сюда пока? А вот это пока? Ты же это уже приклеил. Я знаю. Ну, вон тут и не доделал. Давай. Туда делаем. Понятно. О, спасибо, мама. Спасибо. Вот здесь начепляем. По краям. По краям. Тапочка. Тапочка. Да. Давай я тебе помогу уже. Давай, будь держать, а ты ее вот так натяни и клей. Вот. Держи тут одной рукой, вторую туда клей. Вверху держи одной рукой, говорю. Да нет, не так. Ну как, вот, да, вот сюда отпускаю, делай. Так. Угу. Вот так делай, вот, чтобы она у тебя... Вот так, приклей руками. Ага. Ну, в принципе, ты уже сам знаешь, как тебя. Ты же тот сам сделал. Какие у тебя интересные тапочки. Как будто у какого-то египтянина, что ли. Тебе все нравится блестящие, да? Ну, давай, одевай, померь. Посмотрим, как они на тебе смотрятся. Катаются, нет? Не катаются они? Не катаются. Ага. Что, удобно ходить в них? Нет. Неудобно. Почему неудобно? Видите, что я там натворила? Что я там натворила? По-другому, что ли? Да. Ну, давай аккуратно сделай. Гладкую сторону. Вон, смотри, как там у тебя на той стороне. Ты гладко сделал. Так же сделай на этой. Аккуратно приклей просто и все. Давай. Приклеил? Ага. Там еще что у тебя на пальчике осталось? Вот это. Давай, доделаем. Ну, давай, вставай, одевай. А что там приклеил на коленку-то? Это безопасность. Ну, ладно. Я упаду. Для безопасности, хорошо. Я повалю. Ну, давай, мерь быстрей. Мы ждем. Мерю? Конечно, второй тапочек. Как у тебя, удобно получился? Теперь. Удобно. Ты его поправил? Ну, вставай, посмотрим. Все, теперь не так скользят, да, как раньше? Да. Ну, ты доволен, что ли? Что ты что придумал? Да. Ты изменил свои старые тапочки? На новые. Как будто на новые. Да. Ты их немножко декорировал, что ли? Да. Да? Ну, ладно. Всем пока. Пока.